Всем привет! Вы на канале Мисс Арина. Сегодня мы будем разбирать эту пиньяту, которую мы делали очень долго. И не забудьте поставить лайк, потому что много смеха, позитива на канале Мисс Арина. Да, все дети любят этот челлендж. Все дети любят эту игру, игру в пиньяту. В пиньяте спрятано много конфет. И нужно разбить палочкой эту пиньяту. По очереди детишки будут разбивать. Конфеты посыпятся на землю, и все дети разберут себе сладости, угощения. Можно туда спрятать маленькие игрушечки, можно конфеты, можно серпантин. В общем, кто что захочет, тот туда и прячет. У нас спрятаны конфетки. И мы завязываем глаза, раскручиваем, и нужно закрытыми глазами попасть по пиньяте. Тоже разобьет пиньяту, даже интересно. Смотрим и наблюдаем, кто разобьет пиньяту и что окажется внутри нашей пиньяты. Спасибо Каролине. Пиньята упала на землю. И девочки добыли из пиньяты конфетки. Покажите конфетки. Вот такие киндерчики маленькие, сюрпризики из бедной несчастной пиньяты. Дети, вы довольны? Да. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!